Nokia E52.1. Замена комбинированного считывателя SIM и Flash. Для начала телефон необходимо разобрать. Последовательность разборки подробно описана в ролике Nokia E52.1 «Разбор». Металлической лопаткой снимаем комбинированный считыватель с корпуса телефона. На нем находится вибромотор, считыватель SIM-карты и флеш-карты. Новый комбинированный считыватель аккуратно вставляем в корпус и защелкиваем фиксаторы. Все, комбинированный считыватель SIM и флеш заменен.